Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. И я продолжаю проходить дополнение к игре Assassin's Creed 3. Итак, давайте продолжим. Отправимся на сюжетный квест. Можно переместиться? Нет, я не хочу перемещаться. Мне вот интересно, что... Что вот это? Сокровище. Давайте вот хотя бы одно. Захватим и посмотрим, что оно себе представляет. Потому что, поглядите, тут... Да ё-моё, это не то нажал. Тут их очень много, таких сокровищ. И все они, я гляжу, охраняются. О, там офицеры. Ну ничего, попробуем. Повсюду стражи ходит. Вообще, блин, мне нужны стрелы. Мне нужна... Шинбяо. Вот для этого мне надо убить и обыскать их. Как бы, блин... Грамотно, но... Хотя... Понеслась. Это я. Товарищи, подождите, не дурите, вас что-то много. Иди сюда. Здорово, жерди. Лежать. Подло. Ах ты по, ух, как по щам он мне заехал, этот жирный. Я тебе сейчас. Нет, не дают мне тебя убить. Живи пока что. Ё-моё. Сейчас ты надоиграешься. Все, всех прибили. И вот теперь давайте будем обыскивать их. О, одна стрела уже есть. Шинбяо. Вот это прям замечательно, сразу возьму. Мужик, тебе вообще удобно так лежать? Ё-моё, да обыщи ты, что ты тупишь? Чё не обыскивает? Ого, всё. Стрелы. Ну-ка, его обыщи, почему нельзя? Подобрать. Не оружие подобрать, а его обыскать. Он хочет подобрать тело. Ну ладно. Не хочет обыскивать. Ну хрен с тобой. Опять стрелы. Патроны. Давай патроны. У этого жирного, видимо, ничего нету. И ядовитые дротики. Ну, главное, Шинбяо нашел, и уже хорошо. Ага, тут... Ух, блин, там охрана-то нехилая. Как бы вас... Тихаря, наверное, не получится убить. По-любому спалят. Одного убью, второй спалит, тревогу поднимет, и все сбегут сюда. Да пофиг. Тебе конец! Да ты что? Мне конец, говоришь? Так, по-моему, тебе конец. Ну все, уже спалили меня. Это не со мной, надеюсь, собаки? Вроде бы в другую сторону. Откуда они стреляют вообще? Я их даже не вижу. Ух, япона мать. Вы гляньте их сколько там, а? Охренеть. Стоило ли нападать сюда, блин, а?
Тихо. А ну-ка слази. О, вот они пришли. Ну давайте, ребятки, по одному потихоньку, я думаю, вас все-таки перебью. Давай, заходи. Тихо-тихо-тихо, товарищ! Не дури! А ну-ка слази. Блин, не могу Шинбяу использовать. А теперь могу. Иди-ка сюда. Ты его добей, ты его... Что тут мне... Что ты делаешь, блин? Стоит его в воздухе, бьет. Так, давай обыщем. Так его подобрать. Я хочу обыскать. Ядовитые дротики. А, мы уж всех перебили. Я улитка? Сомневаюсь. Тут еще можно было, кстати, вот по бочкам выстрелить, когда они все забегали сюда кучкой. Можно было их просто всех взорвать. И солдаты тут мертвые в красных мундирах валяются. Прикольно сделано. Патрон. Все? Да брось ты, его нам не нужен. Выкинем. Ружье? Ну, давай шмальнем куда-нибудь. Вон, в жирного. Ты живой, что ли? Тихо-тихо-тихо, товарищ. Мы его не упустим, быстрее! Товарищ, не дури. Тихо! Опасно, твою налево! Сука, толстая. Ага, хрен себе, не попал? Сука. Сдохни! Выкини ты это ружье. Да не бери ты его, оно тебе не нужно. Вон там товарищи отдыхают. Да откуда вас столько, не пойму. Эй, как, слышь, хорош. Твои налево спалили. Здорово. Так, с офицерами, конечно, проблемы. У нас. Надо вот так их убивать. Конечно, если он даст мне добить еще. О, хорош, прям почти. Ой, красавчик. О, теперь плохо, плохо дело. Напрасно. От нас не уйдешь. Ты уверен? Дри. Не попал. Мимо. Мимо, жирный. Сука. Фух, блин, мне эти патрули уже задолбали. Которые здесь гуляют всю дорогу. Надо уже добраться. О, Шинбяо, замечательно. Добраться уже до моей цели, которую там они охраняют, я гляжу. Да камера, чего она так неадекватно ведет себя? Здорово. Будет в башке, да! О, теперь все загрелись. Это все? Ах ты, так значит. Вот так я могу еще. Он у меня на прицеле. Ага, сейчас разбежался. Сука. Он прямо у меня на мушке. Это будет быстро. Жирная падла. Плохо дело. Давай.
А, сейчас, разбежался на мушке. Все. Всех перебили, наконец-то. Тут около сотни, наверное, мы перебили. Хотя нет, сотни нет, это я преувеличиваю. Ядовитые дротики. Нет, Шенбел давайте. Во, вот тебе и Шенбел. Прям чаще, кстати, выпадает, чем когда мы в оригинал играли. Сейчас мы в дополнение. И тут почаще Шенбел выпадает. О, это взламывать надо. Да ты шутишь. Ну ладно, да попробуем, конечно. Ну, это долгая такая. Влево-вправо. Наверное, это вправо все-таки. Так, вверх-вниз. Давай попробуем вверх. Нифига! Так, ладно, вправо. Вниз. Ну, ненавижу я вот эту вот хрень, она то получается, то не получается. Не сколько я так буду крутить. Да. Угу. И заново вновь. Двигайте мышь влево-вправо, да я двигаю. Да где этот угол напряжения, а? Ёб твою налево, а. Ну давай! Сука. Не, сейчас получится точно. Надо все-таки открыть. Ой, вроде он все находит это место, но потом он все срывается у него, когда надо вверх или вниз. Начинаю вверх, он срывает. Начинаю вниз, он тоже срывает. Он заново говорит, давай начнем. Ну давай. Ай, блин, короче, ладно, вот это последний раз будет. Хотя, это, получается, мы тогда напрасно убивали. Хотя, почему напрасно? Мы Шенбяо вон понабрали. Стрел. А то вообще пустую ходил. Ну, давай ты, твои налево. В баню. Просто в баню. Ха, а тут... А тут, получается, не под замком, что ли? Вот просто поинтересоваться хочу. Чего? Да ладно, это та таверна, где я убил? Этого... Ли. А теперь, гляньте, от нее остались только обломки. Нападите на караван и освободите пленных. Ну давай, чё, поможем людям. Тихо! Кто рычит? Не дури! Не дури, не дури, говорю! Не дури! Не успел. Ну все, я проиграл.
Хотя нет, еще не проиграл. Да я нажимал У! Нажимал! Нажимал! Ну, как говорится, хреново, значит, нажимал. О, нападите на караван заново. Так, сейчас опять волков, наверное, встречу. Да ёпта. А это енот, я уже испугался. Чё-то многовато у вас тут хотя. Странный, да? Да сейчас, ага. Ага, сейчас. Выстрел бывает, да. Ну чё? Надо теперь вас освободить. А как? А, еще не убитые, оказывается, страшно. Не все. Ну иди сюда, не стесняйся. Бля, они мое имя знают. Мы спасены. Ты славный. Освободи нас. Да сейчас открою, не дурите. Сейчас. Ну все, вроде бы. О, мне за это стрелу дали. Обалдеть. Так, и что вот это вот? Опять. Опять где-то волк. Вон он. Ой, хреновая была затея. Сам привлек. Давай. Так, сейчас он опять нападет. Надо быть готовым. Чего? Чего, прости? Там даже не было кнопки, чтобы что-то нажать. Я и стоял и ждал, чтобы нажать что-то. А там ничего не было. Да ладно, опять... Не, все, второй раз я нападать не буду. Как-нибудь в следующий раз. А иначе серия так затянется нафиг. А, да, эти сундуки, они... Ёптвою налево. Ой, они меня кружили. Я нажал ведь! Если на одну хоть секунду не успел, то все. Да нападай, что ты стоишь, смотришь? Все вроде бы. Ладно, все-таки надо караван освободить. И идем уже на задание основное, а то что-то мы заигрались. Уже минут 15, а то и 20 прошло, как мы тупим. Ля-ля. Пляж идет. Сейчас поплешу. Все что? Я могу его убить. Да сейчас. Чё, застрял там? Иди сюда. Мы спасены. Освободи нас. Ты славный воин. Выпусти нас. О, собрано максимальное количество шинбяо. Выброси ты, дурак что ли? Как максимально, если у меня 3 написано? Максимально 5, если не ошибаюсь. Или теперь в дополнение можно только таскать 3? Хрен его знает. Опа, это чё? Помощь голодным. Где я? В пещере какой-то, или?
Кто здесь? Здорово, мужик. Благословляю вас милостью своей, но не его. И чё? Я вроде нажал помочь, я что, и встал-то? А, типа я ему дал уже пищу или что? Хрен поймешь. Ну, вроде бы дал. Ладно, все, погнали. Уже на задание. Нам сказано было найти вот это великое дерево, по-моему. А, вот это вот великая ива, или как они там называют. Я уж не помню. И сварить чай из листьев, по-моему. Подъем в небо. Ну, наркоманы реально какие-то. Дальше пойдешь один. Это опасно? Каждый подъем в небесный мир не похож на другой. Для кого-то он очень опасен. Ты найдешь ответ на свой вопрос на самой вершине Ивы. Доберитесь до верхушки Красной Ивы. Ага, то есть... Тихо, дури. Так надо залазить, да? А как дальше? Стоп, не спрыгивай. Главное будет не свалиться. Что здесь, в принципе, легко сделать. Тихо! Куда дальше-то? Тут, наверное, он вверх должен. Да, вот, вверх. Взаимодействовать. Ну что, теперь давайте заварим чай. Прости меня, мама. Я должен поговорить с Вашингтоном, чтобы понять. Другого пути нет. Ёпта. Проблевался. Что за фигня происходит? О, уже тебя раздели. Ну, практически. И к чему это? Безобидно, какие-то волки появились. Идите за волками. Блин, нифига не видно, вот, честно говоря. Не понял. А куда идти? Цель потеряна. Хрен поймешь, куда идти. Ладно, сейчас надо прям за ними бежать, сломя голову. Так, вот сейчас прямо они... Ага, вот потом... Право уходит. Все, я их не вижу, где они? А, вон они. Понял. Где они? Все, потерял, не вижу. Сука, не вижу реально.
Поехал я вниз. Вообще без понятия, куда я бегу. Выследите в пяти по звуку его сердцебиения. Когда тебя уже отпустит, а? Ты в пяти? Не, вряд ли. Не, где-то там было сердцебиение. Что ты такой выпить вообще? Так, это уж тупик. Ага, слышу. Так, нет, по-моему, мы отдаляемся. Вообще, перестал сердцебиение. Где? Вообще непонятно. Ты выпьете! Идите за волками. Ляха-муха, пока на дерево полез, уже отстал от них. Где волки? Их не вижу. Куда я еду вообще? Что происходит вообще? Непонятно. Опять выследите в пяти. Где в пяти? Ох, где-то вот тут. Да тут где-то, почему тут тупик? Не, где-то слева. Вообще непонятно. Где тут был прям? В пяти это лось, что ли, какой-то? Потому что я лося видел. О! Что-то разочек колебнуло и все. Ну и где? Ёпта, дебильное, честно говоря, задание. Потому что нифига не видно. Тут реально только слушать по звукам. Непонятно. Ни хрена непонятно. Волков встречаю, больше никого тут нету. Ой, обосраться можно. Во! Толк. Вот он! Лось-то! Опять идите за волками! Как будет продолжаться вот этот дебилизм? Не, ну нельзя было нормально сделать без вот этих голограмм или что-то такое. Опять как упал.
Блин, опять выследите в пяти. Ой, блин. По-моему, даже тут не по звукам надо, они какие-то ложные, я так понял. Потому что я слышу, а поблизости нету. Тут надо, по-моему, за волками вообще идти, они правильно говорят. А куда он нас? Тупик. Ой, как сильно. Давай, говори, куда. Определись. Вот он. Вот он, падла. Убейте его пяти и накормите волчью стаю. Нажмите У, чтобы воспользоваться волчьим плащом. А, то есть я тупо невидимый становлюсь, что ли? Ни хрена себе. Способность. Невидимый просто сидит вообще, никто его не видит, потом резко подошел, убил. Для скрытности это очень даже хорошая способность. Кстати, первый эпизод мы, по-моему, прошли. Немножко, конечно, было туповато, но, в принципе, нет. Очень даже понравилось. Я надеюсь, хоть сейчас нас отпустят, нас вернут обратно. Как? Живой? Вроде бы. Это был лишь сон? Неужели... Опа. Неужели я... А ну не двигайся. Здорово, мужики. Он у меня на прицеле. Ты мой. Готовься. Ну да. Мой томагавк. Его забрали. Как забрали? Я с радостью верну его. Ку-ку, я тут. Подожди, у меня что, все забрали, что ли? Че, угораешь, что ли? У меня только... А, нет, подожди, есть клинки. А, нет, клинка. Хрена, не понял. Короче, на тебе по жопе. У меня нету ни клинков. С такой силой меня никто не остановит. Я, подожди, я не понял и прикола твоей силы. А, о-о-о, все. Я понял. Ты тупо невидимый. Он тебя вообще вот не видит. А, ну жизнь отбавляется, он, видите? В чем прикол? Ты жизнь отбавляется? Еще наемник. Тихо. Тебе не уйти. Ты уже труп. Ах ты, собака. Тут приходится жертвовать жизнями тогда. Я с тобой разделаюсь. Ты уверен? Все так говорят, но чуть не могут. Так, тихо. Нажмите Q, чтобы покинуть укрытие и остаться невидимым. Что-то он его бросил. Мне не, ну не нравились. Извини, я не исправлюсь. Ух ты, блин. Тихо. Вот это я попал. Вот сейчас бежать надо. Бежать, товарищ. Побежали. Почему ты не бежишь? Они убьют сейчас тебя.
Ай, глупо поступил. Пошел просто на... Сколько там их было? Трое, по-моему, или четверо. Тут надо скрытно их убивать. В общем, давайте вот тут закончим на этом серию. Снаряжение мы найдем уже в следующей серии. Пока, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.